В иных молитва сопровождалась просветлением лица, светом вокруг. В иных – поднятием от земли. Святитель Феофан Затворник. То комары в сравнении с человеком, то всякая тварь в сравнении с Богом. И что я говорю, комары, если все люди перед Богом не более как капля и как пылинка на весовой чаше, то с комарами в этом случае можешь сравнивать невидимые силы. Святитель Иоанн Златоуст. Много помогает согревание сердца поклоны. Их и кладите почаще, поясные и земные. Святитель Феофан Затворник.